провести каникулы весело, ярко и при этом раскрыть свои творческие способности. Сегодня ребятам предложили нарисовать лето самыми яркими красками. Лето в Сочи самое лучшее! И хотя организаторы назвали сочинское лето оранжевым, у каждого ребенка оно свое. Самое главное – мирное и беззаботное. Можно и брейк-данс показать, и посостязаться в вокале. Атмосфера к этому располагает. Все участники фестиваля – это вторая смена лагерей дневного пребывания. Каждый день, когда у нас хорошая погода, мы ходим на море, там купаемся по 25 тренер минут. Тренер хороший, по 3 захода разрешает сделать. А на площадке парка культуры и отдыха творческое состязание проходило под девизом «Давайте познакомимся». Вначале презентация своей команды и визитная карточка лагеря. Всем хотелось победы. Мы готовы. Мы постараемся выиграть. Мы всегда готовы. Как всему. Конечно. Фестиваль многодневный. На завтра запланированы игры с элементами ориентирования «Солнечный круг». Мы решили таким фестивалем объединить детишек. Вот. И в этом году у нас детки маленькие относительно. То есть мы работали всегда со старшими классами, с восьмыми, с девятыми, с десятыми. В этом году маленькие дети. Поэтому, чтобы детям было весело проводить лето. Завершится фестиваль «Оранжевое лето» 25 июля концертом «Июльские звезды». А перед этим пройдет конкурс капитанов и награждение победителей. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.